Отопительный сезон в Иванове официально стартовал. В понедельник, по данным городской администрации, батареи потеплели в 38% жилых домов. Но данные постоянно обновляются. Кроме того, тепло появилось почти во всех учреждениях соцсферы, за исключением 5 школ и 2 детских садов. Больницы и поликлиники сейчас подключают по заявкам руководства. Конечно, одним днем подключить весь город вряд ли получится. Обычно на это уходит несколько дней. Для жалоб на холодные батареи традиционно запустили горячую линию. Традиции наш город в один день не пускается. Как правило, это 2 дня, 2 суток занимает, не считая образующиеся повреждения, которые в оперативном порядке также устраняются. Ну, если в целом говорить, то есть до конца недели какие-то потребители могут не получать теплоноситель по различным причинам. Это и повреждения на внутренних сетях. Если какие-то вопросы есть по каждому конкретному дому, по каждому конкретному потребителю, эту информацию всегда в круглосуточном режиме можно узнать в оперативно-диспетчерской службе АО «Егортеплоэнерго» по телефону 320-0061.